Всем привет! Вашему вниманию карта Энск. Бой на СТБ. Как всегда, в начале боя оцениваем сетап. Попали мы против девяточек, без алтех. Много достаточно тяжей. Одна арта. Решил я поехать на зеленочку отыграть. Может быть где-нибудь подсвечу, может быть где-нибудь еще, как посмотрим. Тем более меня едет прикрывать леопард 50-100. Первый где-то на дальнике арта может быть поможет. Смотрим, что получится. Здесь вот в рельефчик падаем. И ждем. Вот в этот момент, когда вот сейчас я здесь, вот я справа от куста выехал, меня светанул этот футур. Я понял, что он стоит слева, а от дома стоит. К сожалению, здесь такая неприятненькая перекрестка образовалась. Из футура и из со третьего двустволки. Не залетел здесь на отходе мутычка, к сожалению. И так как он стрелял по мне, и сейчас он начал отходить, я понял, что он в КД. И пока он в КД, его нужно забирать. Я еду скорее как можно быстрее его забирать. Ну и дальше уже спокойно в боковину работаем. Стоит боком тяжи. Почему? У меня ББшка. У СТБ, основные снаряды, они... Почему потом не слетел? Они бронебойные. Почему у меня какой... через какой-то заборчик... было сейчас не пробитие, я не знаю. Ну и все, ВЗ-шку там доберут. Я, конечно, понимаю, конечно, что сейчас вот у меня УД стоит, меня зацеливает, но нужно прожимать, не ставить время, не терять. Это вот такой веселый малый. Взял, поехал. Теперь аккуратненько издалека с удосом. Так как в топе, то в принципе хватает и ББшек. Через заборчик его добил. Вроде у нас такое неплохое преимущество, 7-4, Т-30 стоит, попытаюсь его через гусельку, пока он на меня не смотрит. Очень много всякого кустов, заборов, тут просто миллиарды. Вот сейчас я не понял, куда у меня сейчас выстрел ушел. Я вижу, что он меня смотрит. Я попытался зарамбовать, и он мне просто гуслю без дамага попал в огнишку. Окружили противника. На самом деле, как бы уже нас не все так хорошо, потому что у них тяжи-то все живы, а мы все по всей карте разбросаны. У них из четвертой крутятся. Пока он на меня не отвлечен. Работаем его. Я сейчас на самом деле немножко не понял. Возможно, я выше, что ли, дал. Нужно было ниже давать. Мне сейчас, вот мне везет, что у Эмилки КД, и он меня не забрал. У меня еще, ну, как бы молодой экипаж. И у меня не прокачана ремка.
полно противников. Контролем приходится контролить всех подряд. И мило надо забирать и разжиматься, иначе я в перекрестке бесконечный. Что-то станковал. Если ему кидают не в маску, конечно, то она СТБшку танкует немножко. Но опять же, немножко. Если надо, она не будет танковать вообще ничего. Не хочу подставляться под Т-10. Итоге победа. Смотрим итог. Пять 691 урона и 1200 на света. Скорее всего, это 30-й с гуслей, скорее всего. Основной калибр, поддержка, мастер. Мой первый мастер на этот танк, на этом танке за 20, там, 26, или у меня 28 там боев на нем. Что-то вот такое вот. Из-за того, что играл на ББшках, небольшой минус ушел. Опять же, этот танк хорош, когда на него не обращают внимания, его игнорят. И это на самом деле ошибка у противников, потому что он в этот момент начинает вливать просто уйму дамаги. Просто уйму дамаги начинает вливать. Потому что у него ДПМ лютый, 4000. 4000, особенно он у меня боновый. Особенно если вы забоните этот танк, он у вас будет шикарный. 4000 ДПМ это очень жестко. Что и показал этот бой. Поэтому танк крутой, всем советую. Удачи!